Рад видеть тебя. У тебя есть... Новый день? Тебе же приходит. Я поставь... Что приходит? Благодарю. Мне... Да помог. Тебе надо. Yeah.
парни, эй, да ты. Покупай смело, есть еще. Хороший выбор. Спасибо за покупку. Значит, все? Мне пора. За своих друзей, не ради золота и славы. Верно. Алое вино битвы льется рекой, и мы пьяны ими. Пьяны кровью и битвой, и лишь тогда чувствуем, что живы. Ты? Где Сигфрид и Тока? А, вижу, битва скоро. Воронье летит на пир. Я странный язык. Но завтра все мы будем говорить на том наречии, что куда старше слов. Судьбой предрешено, кому жить, а кому нет. Спрошу снова, где остальные? Везут катапульты для завтрашнего боя. Подожди. Конечно, я подожду. Но не здесь.
Если меня узнают, будет плохо.
Thank you.
ранен. Покажи мне все. Умрёшь, но ты не жить.
Покажи, что там впереди. Thank you.
Дом далеко, а впереди вновь чужой город. Когда мы с тобой стали частью саги, Сюнин? Да, я знаю ответ. В тот день, когда погибли отец и мать. Графа Эда не вразумить. А Карл хитрит и ведет свою игру. Как я могу доверить им жизни моих людей? Королева же достойна, но бессильна. Останусь здесь, с Сигфридом и Токой. Будь что будет.
Эйвор, вот и ты. Значит, все готово, и пути назад уже нет. Что тебя тревожит? Найдутся еще мечи. Я привыкла сражаться с другими в чистом поле. А нас ждет город, где будет полыхать пламя. Неважно. Завтра мы будем сражаться, как подобает воинам. Клянусь в этом своей честью. А, Эйвор Болтун. И кому же ты торопишься поклясться в том, как пройдет моя битва? Боги слышат меня. Этого довольно. А если я прикажу сжечь город дотла и оставлю детей воронью, что ты скажешь? Если ты и правда готов на такое, к чему тебя слушать? Но я думал, ты выше этого. Ха-ха, славно! Славно! Не дай огню духа погаснуть! На рассвете вспыхнет пламя нашей мести! Пойду попробую прилечь. Эйвор, как тебе это удается? Спать перед боем? Легко. Я вспоминаю, как погибла моя мать, а после каждое слово, которое сказал мне Всеотец. И, наконец, думаю о нашем мире, полном битв и чудесных залах Одина. Лишь после я засыпаю. Тише, мой верный друг, не бойся. Тебя принесут в жертву Одину, и это великая честь. Ты погибнешь, но скоро будешь скакать по зеленым полям Асгарда. Сегодня, войны, мы захватим этот город, разграбим и сожжем дотла. А ночью, друзья, мы пируем в замке Эда или в зале Одина с героями битв. Настал день битвы, день чести и нашей славы. День нашей мести! Щиты!
Кто сей царь славы? Господь крепкий и сильный! Господь сильный в брани! Научает руки мои брани, чтобы нес я золотой крест! Меня не сломить! Храбрая Сиф, даруй мне победу! Один, дай свой блистающий шлем! Видар, разожги жажду мести! Ваны и асы, стены, разрушься! Я есть врата Парижа! Город в наших руках! Никого не щади! Клянусь Тюром и Сиф! Победа! Боги любят храбрых. Что теперь, Сигфрид? Все к воротам замка! Обрушим его крышу на голову Эда! Замок! Сожжем пламя мести! Скорей! За мной, воины! Царство Хелили к победе! Где же псы франки? Эта тишина гнетет меня. Поднять стену щитов!
сейчас всех перебьют. Назад! Назад! Проклятье! Я ринулся в ловушку Эда, как годовалый олень! Не падай духом, Сигфред. Ход битвы переменчив. Дядя, все плохо. Лазутчики говорят, их пастырь воин... Газлен? Да, он собирает большой отряд в церкви, к востоку отсюда. Проклятье! Укреплений нет, нас сметут. Что будем делать? Катапульты достанут до церкви. Но целиться будет непросто. Зажжем сигнальные огни на башнях. Тогда у катапульт появится приметная цель. Да, давай. Я помогу выбраться раненым, подготовлю катапульты и вернусь. Отлично. А я убью этого пастыря-воина Газлена, пока не поздно. Эйвор, поспеши! Надо зажечь огни! Путь открыт! Вперед!
Нормандская глыба! Помоги же мне! Я помню, ты выступал в таверне, безмолвный шут. Огромное тебе спасибо! Ты, верно, ищешь воина святошу Газлена? Вот, возьми ключ от церкви. Мне он пользы не принес. Спасибо. Смотрю, ты все же не безответен. Мы в безопасности. Кому на кого упадет этот крест, Арманом точно не выжить. В город через ворота. И угодили в нашу ловушку. Воины под моим началом готовятся ударить в ответ. Мы разгромим врагов в тени наших стен и башен. Перебьем их всех и сожжем их деревни. А теперь помолимся. Помолимся Господу и всем святым об избавлении от этой напасти. О чем? О быстрой смерти? Ты погубил нас, епископ! О том, чтобы войско короля Карла разбило наших нечестивых врагов. Уверуйте. Надеешься на помощь, Карла? Мной или свет? Иди к распятому Богу, которому так верно служил. Мама, мне страшно. Все наружу! Детка, тише. Пошли, Эйвор. На улицах еще идут бои. Помоги нам. Этого хотели? Убить здесь всех? Я этого боялась. Его обуяла жажда крови. Он никого не пощадит.
Если я найду графа Эда и заставлю его сдаться, все это прекратится. Воины Сигфрида уже у ворот замка Эда. Мы взяли улицы, когда Газлен погиб. Теперь двигаем туда катапульты, чтобы разбить ворота. Нужно найти путь через эти стены, поверху или понизу. Нольвен сказала, к юго-востоку есть подземный ход. Так или иначе, я туда попаду.